Привет, зритель. Тут какой-то зритель, или вообще несколько зрителей жаждали, да, я вот тут это, все-таки я их сюда привесила. Не прошло и ровно года. Теперь у него тут три стены свободны, так конкретно. В общем, жаждали посмотреть, что у меня в холодильнике. Вот это могло бы быть тоже в холодильнике, но оно тут практически готово к следующему. Тут увели семена, купленные вчера. Лук тут растет, перьями, бананчики. Короче, это готовится стать пюрешкой. Суп мы тут сегодня с подругой слопали, уже обиходовали. Я его так практически сказала. Тут у меня какие-то там сыворотка, там сливки не открытые. Сделаю как-нибудь этот самый мороженку. Тут у меня, видимо, или японский, или китайский, хрен его знает, короче, соевый соус. Просто вот по старой памяти, что в них может завестись моль. Ну, в прошлой квартире так было, так что-то они у меня тут лежат. Горчица, которую я купила, сейчас пинкаю подруге, но она мне вообще, как бы, я ее не ем. Ну, это типа, можно на сметане сделать пиццу. Только положи туда горчицы. Тут у меня мука арахисовая. Что-то как-то она у меня не прошла никуда. Там у меня помидоры с маслом оливковым, сухоные или какие-то. Вот тут, короче, одна овсянка, а другая какая-то другая хрень, я не помню ее. О, у меня помидоры, я про них забыла. Это вообще не еда, это кусок дезика воскового. Это у нас соевый соус терияки из фиксика. Это у нас авокадо, который сегодня сделается салатиком. Это масло оливковое. Отдельное я купила. У меня где-то там вообще урбеч был. Но он может быть на окне. Может, я вообще его куда-то убрала. Тут у меня немножко леновых семян. Это сгущенка, которая будет одной, второй или одной, третьей. Ну, короче, специально купленная к тем сливкам, чтобы сделать мороженку. Тут у меня лимончик. Лимончик целый. Это моя мура. Тут, короче, мед. Потом этот алоэ сок и кокосовое масло. Ну, когда я заливала, надо было, конечно, помешать перетрясти, но я что-то торопилась. В итоге оно у меня слоями пока лежит. Тут у меня дезик, который я юзаю. Последнее яйцо не сваренное. Еще два сваренных как раз основато. Что у нас тут? Две картошки. Было четыре, я их покупала. Четвертый раз в жизни покупала картошку. Обычно мы ее как бы, ну, хватало. Тут у меня морковка. Тут у нас масло сливочное. Вон там брусника. Эти всякие заготовки. Самопальный кефир. Молоко. Тут у нас половинка манго, которую я сегодня кусочечком малюсеньким попробовала. Подруга сказала, дай, говорит, я попробую. Чтобы так же, как авокадо. На всю жизнь хватило. Ну, там еще груши, короче. Отрезанная чутка там, по-моему, то ли соленая, то ли... Ну, в общем, короче, какие-то заготовки. Банка горошка, половинка черного хлеба, я про нее забыла, сгущенка, сметана самопальная, ну, в смысле, на вот этом, с этого молока, огурчик, там варенье в этой фигне, три сосиски, вчера что-то купила, там то, что я пыталась сделать, на самом деле не вышло, в итоге оно стоит в холодильнике, но оно не вышло той формой, какой я хотела, но оно вполне съедобное, это, короче, варенье из лепестков роз, над которым Лёля надругалась злобно. Это у нас уже растаявшее самопальное мороженое. На самом деле я его специально потаяла, чтобы потом, когда из молока сделается, ну, пойму, что надо из этого молока уже делать простоквашу, то опять смешать, потому что вон там она как раз смешанная. Очень вкусный йогурт получается. Это рыба, которая до 9 мая живет. Я на днях собираюсь ее уделать в роллы. А тут у нас вообще сунуться некуда. Там и мясо, там и рыба, там и рыбные палочки, там и вишня замороженная. Вон пельмешки торчат, которые я сегодня хочу за это задолбить. Замороженная цветная капуста, сыр, потому что я... Ну, в общем, я решила, что пусть он будет заморожен, что-то мне его неохота рвать. И курица там, короче, там дофига всего. В общем, вот такое у меня обзор холодильника. Бывает, конечно, и больше еды, но что-то, когда я ее почти всю доела, я решила обозреть.
Всем пока!